Всем привет, здравствуйте. Ну, вот и пришло время говорить по-английски. It's time to speak English. It's your time to speak English. Сегодня я помещаю видео с разбором моего звонка в гостиницу. Я знаю, что этот звонок вызвал неподдельный интерес у всех у вас, и вы не можете дождаться. Так вот, не откладывая в долгий ящик, давайте посмотрим, о чем этот звонок. А после звонка я уже расскажу вам, куда же я все-таки еду. Поехали! Соединение очень-очень плохое, и она говорит inner community, что-то такое еще. И затем, поскольку я знаю название отеля и куда я еду, и это совершенно понятно мне уже. Holiday Inn, название отеля, это большая цепь гостиничная. Irving Las Colinas. And I get Holiday Inn Irving Las Colinas. This is Robin. How may I help you? Итак, место Irving Las Colinas. В Далласе, в Техасе это находится. This is Robin. How may I help you? This is. Когда отвечаете по телефону, я вообще предпочитаю, если я на работе, и мне звонят, я поднимаю трубку и говорю This is Lillian. This is Lillian. Это очень хорошая форма ответа по телефону. This is Robin. How may I help you? И это вот услуга, да, в гостиничном бизнесе, в бизнесе услуг. How may I help you? How may I help you? How may I help you? Очень хороший вопрос. Итак, что я ей говорю? Oh, hi, Robin. I'm trying to book a room for the VID Summit in October. And it seems like you're out of the rate that for the VID Summit was booked. I wonder if that is a true statement. И я спрашиваю, говорю, о, hi, Robin. Очень важно услышать имя и назвать имя этого человека, потому что всем приятно, когда вас называют по имени. О, hi, Robin. I'm trying to book a room for the VID Summit in October. And it seems like you're out of the rate for the VID Summit was booked. I wonder if this is a true statement. Привет, Робин. Здравствуйте, Робин. Я пытаюсь забронировать комнату. И вот здесь я называю событие, куда я еду. VID Summit. VID Summit. Summit. Компания, которая называется VID, и это саммит для всех ютуберов, для всех создателей контента. И этот саммит состоится в Далласе в октябре, и я решила туда поехать тоже. И что же я вижу? И кажется, похоже, что та цена, the rate, та цена для этого саммита, для этого VID саммита, ее больше нет. Was booked. Полностью продано. И интересно мне, я звоню, потому что по интернету я не вижу эту цену больше. Я решила позвонить напрямую в гостиницу. И мне интересно, это правда? Это вот это утверждение верное? И что мне говорит Робин? И мы уже немножко слышим техасские, да? Their group block is completely booked out. И вот эта групповая цена, которая блокируется на группу номеров, group block называется, group block is completely booked out. Продано, зарезервировано, все забронировано уже полностью. И дальше что она мне говорит? Hold on one second. Hold on one second. И тут ей, видимо, кто-то звонит, и она меня помещает в режим ожидания. Hold on one second. Помните, мы в прошлый раз говорили to hold? Это ожидать у телефона. To hold. Hold on one second. И я говорю, угу. И теперь давайте послушаем, что робот говорит. Calling. We're currently assisting another valued customer just like you. Please stay on the line and we'll be with you shortly. We appreciate your call. One of our friendly representatives will return to your call in just a moment. Итак, поехали. Что они говорят? Thank you for calling. We are currently assisting another valued customer just like you.
Please stay on the line and we'll be with you shortly. We appreciate your call. One of our friendly representatives will return to your call in just a moment. Замечательный телефон говорит, очень вежливые слова. Большое спасибо за звонок. В настоящее время мы помогаем другим, таким же ценным valued клиентам, как и вы сами. Как и вы сами. То есть, смотрите, да, игра слов. Вот это все сфера услуг, индустрия услуг. Мы помогаем клиентам ценным, таким же ценным, как и вы сами. Пожалуйста, оставайтесь на связи, оставайтесь на линии, и мы вернемся к вам через некоторое время. Очень-очень быстро. Shortly. Быстро. Short time. Shortly. Shortly. Мы вернемся очень быстро. We appreciate your call. Большое спасибо за ваш звонок. Мы, нам действительно он дорог. Да, мы ценим ваш звонок. И один из наших friendly, дружелюбных представителей вернется к вашему звонку через минуточку, да, in just a moment, через моментик. Очень-очень интересно и важно. Итак, большинство из вас что не услышали, что я звонила узнать по поводу этой цены конкретно. Блок, групп блок, групп блок. Потому что цена, которая мне уже давалась в другом месте, она была значительно выше, чем указанная та цена на странице для этой конференции, для VID Summit. Поехали дальше. И опять это соединение, просто такое вот хрю-хрю-хрю. И она говорит, я... I'm sorry, their group block completely been booked out. Подтверждает, да, извините, тут запятая должна быть. Their group block, да, их корпоративная групповая цена has, да, has completely been booked out. Group blocks completely been booked out. Поэтому здесь been, потому что это у нас... Настоящее перфектное время. Blocks completely been booked out. Book, to be booked out. Полностью продано. Полностью все забронировано. Хорошо, что я говорю. Okay, so then I found a very good rate on Expedia. And I'm ready to book through Expedia. I have a question. Do you have an airport shuttle? И тогда у меня был вопрос. Окей, хорошо, я нашла очень хорошую цену на Expedia, и я готова забронировать комнату через Expedia на другом сайте путешествий. И тогда, то есть я куплю там эту комнату, я куплю вашу гостиницу через Expedia.com. И тогда у меня остается вопрос, у вас есть шаттл из аэропорта? У вас есть шаттл из аэропорта. То есть, как к вам добраться из аэропорта? И что она мне говорит? We do not. И она говорит, we do not. We do not. У нас нет. We do not. We don't have. Да? То есть, в принципе, она говорит, ну вот как можно сказать, we do not. Хорошо, тогда у меня следующий вопрос. Okay. And how to get to you from the airport? Just Uber or something like that? Okay, and how to get to your place, I wanted to say, and then I abbreviated, and technically, how to get to you from the airport. But what you might hear on the recording, to you, что вы можете услышать во время записи, я говорю, how to get to you from the airport. You, and then я остановилась и не сказала place. Но, в принципе, правильно будет сказать, and how to get to you from the airport. Just Uber or something like that. Хорошо, да, нет шаттла. Тогда как же до вас добраться из аэропорта? На Uber или что-то в таком же духе? Uber or Lyft would be your best bet. И она говорит, Uber or Lyft would be your best bet. Еще раз.
Uber or Lyft would be your best bet. Да? Uber или Lyft будет вашим лучшим выбором, да, можете рассчитывать. Самое лучшее, на что вы можете рассчитывать. Bet – это ставка в казино. Ваша лучшая ставка будет на Uber или на Lyft. Замечательно, еще раз. Is your best bet. To be a best bet. Somebody's best bet. Это замечательное выражение. Лучшее, на что вы можете рассчитывать. Вы можете рассчитывать на Uber или на Lyft. Окей, следующий вопрос. How far are you from the airport? Which airport are you flying in from? Dallas-Fort Worth. About 9 miles, not too far. Следующий, да, exchange. Следующий у нас пикировочка идет. How far are you from the airport? Как далеко вы от аэропорта, ваша гостиница? И она мне спрашивает, which airport are you flying in from? В какой аэропорт вы приземляетесь и откуда вы будете ехать? Она совместила в одном вопросе два вопроса. Два вопроса. Which airport are you flying? Вы летите. В какой аэропорт вы летите to fly in? And then from you will be going. Вы будете ехать from, откуда, да? Are you flying in? В какой аэропорт? And from, откуда вы будете ехать? И я продолжаю вопросную интонацию, говорю, Dallas-Fort Worth, аэропорт Dallas-Fort Worth. И она мне говорит, где-то 9 миль, около 9 миль, не так далеко. About 9 miles, not too far. About 9 miles, not too far. Еще раз, давайте посмотрим. How far are you from the airport? Как далеко вы находитесь от аэропорта? И она говорит, which airport are you flying in from? Dallas-Fort Worth? About 9 miles, not too far. Okay, sounds good. And what about the complimentary shuttle to the event? Okay, sounds good. And what about the complimentary shuttle to the event? И тут я спрашиваю, поскольку на сайте гостиницы написано, что у них есть бесплатный шаттл, и куда же он ходит, да, потому что мне до того места, где будет проходить конференция, нужно будет как-то добираться из отеля. Итак, хорошо, да, недалеко, я поняла, что мне Uber нужен будет. И я говорю, а что по поводу того бесплатного шаттла, который доставит меня до конференции, to the event. Event – событие, конференция. Событие, конференция, в данном случае event – это event, то есть событие, вокруг которого идет разговор. В данном случае это конференция или вид саммит. Что по поводу того шаттла вот, бесплатного? Yes, we do go anywhere within a 3-mile radius of the hotel, so I believe it's at Irving Convention Center, mm-hmm. So we would shuttle over there. И опять, Дана, очень-очень быстро. We, подумала немножко, yes, просто сказала, да. We, yes, we do go anywhere 3 miles radius of the hotel. So I believe it's Irving Convention Center, so we would shuttle over there. Интересно, да? Полностью разговорные конструкции такие. Да, у нас, она говорит, у нас, а потом да. Мы возим людей в направлении, в любом направлении в радиусе 3 мили от отеля. В радиусе 3 миль от отеля. То есть я так понимаю, что ваше событие, ваша конференция будет проходить в конференц-центре. Конференц-центре Irving, да, convention, это большие конференции, конвенции, да, будет проходить в Irving Convention Center, so we would shuttle over it. Да, таким образом этот центр подпадает под маршрут нашего шаттла и вас туда привезут. Thank you so much, really appreciate your help. Thank you.
Thank you so much. Really appreciate your help. Вы уже знаете, как я говорю. Thank you. You're welcome. И она говорит, you're welcome. You're welcome. Да, обязательно. Thank you so much. Really appreciate your help. Thank you. And you're welcome. You're welcome. Have a great day. You too. Bye-bye. И она не забыла же еще вставить have a great day. И я на автомате уже you too. Bye-bye. Потому что have a great day. You too, bye-bye, это совершенно нормальный разговор, завершение разговора. Что мне нужно было узнать? Итак, с 3 по 5 октября будет конференция, вид-саммит для всех ютуберов, для тех, кто создает контент на ютубе. Я решила в этом году купить себе билет и поехать на эту конференцию, чтобы побыть в среде таких же людей, которые создают контент для YouTube. Это мой себе подарок и отпуск заодно, потому что я никуда не ездила в этом году. Поэтому мне важно было узнать, как я уже сказала, что я опоздала забронировать отель по цене, который был зарезервирован по групповой цене, но я пошла на Expedia, там мне дали тоже не такую плохую цену, и билет на самолет. Я полечу из своего Монтерея до Далласа. Самолет летит без остановок. Это очень замечательно. Села за 3,5 часа, долетела до Далласа. Вот. И поэтому мне нужно было узнать, хорошо, я приземляюсь, мне нужно брать машину на прокат или не нужно, но поскольку я буду занята на конференции, я особо никуда ездить не буду, поэтому я не думаю, что я возьму машину на прокат, а посему мне нужно было как-то доехать до отеля. Как правило, отели, которые находятся недалеко от аэропорта, гостиницы, которые находятся недалеко от аэропорта, у них у всех есть аэропортный шаттл. И я думаю, дай позвоню, узнаю, хоть на странице отеля и не было этой услуги, позвоню, узнаю. И что я узнала? Что шаттла нет, автобуса, который бы привозил из аэропорта в эту гостиницу, не существует. Но, однако, существует шаттл, который развозит постояльцев гостиницы в радиусе до 3 миль. Вот эту информацию я узнала. Что я узнала? Комнат по низкой цене нет, автобуса из аэропорта нет, ты остаешься сам по себе, и до конференции тебя будут отвозить каждый день. Все, что мне нужно, я узнала, и поэтому теперь вместе со мной, я думаю, вы поймете полностью все до конца, о чем же был этот телефонный звонок. За сим я с вами прощаюсь, but you can always talk to me, people.